Звичайно, ми підтримуємо цю ініціативу генерального прокурора. І єдине, що сумно, що такі ініціативи не такі часті. Ви знаєте, що за останні 2 роки ми тільки, на жаль, 3 депутатів, по-моєму, позбавили депутатської недоторканності. Цей інструмент повинен працювати, і наша фракція буде підтримувати генерального прокурора. Митрополіта Драбінка, який працював помічником настоятеля Московського патріархату, которого порядка полугода незаконно удерживали в гостиничном номере. Человек не мог выходить, делать то, что он хочет. Это было сделано предварительным данным следствием по согласию Виктора Федоровича Януковича. Цель ставилась заставить высшее руководство Московского патриархата назначить нового митрополита, который будет соответствовать интересам правящей власти партии регионов Януковича, который планировал здесь руководить страной до смерти. Но Драбинка не сдался, и к этому генеральный прокурор считает достаточно доказать, считать имел отношение народный депутат Новинский. Будем прямо говорить, что народный депутат Новинский выполняет, на мой взгляд, функции, не свойственные народным депутатам, а он фактически занимается контролем со стороны Российской Федерации за работой Московского патриархата в Украине. Мы должны следовать строго по процедуре. Мы должны ознакомиться с письмом генерального прокурора, с его постановлением о привлечении к ответственности Новинского. После этого будет рассмотрение этого вопроса на регламентном комитете. Там могут выступить все стороны. Господин Драбинка делал публичное заявление, где прямо рассказывал о тех показаниях, которые он давал, о том, что непосредственно на него давил Новинский. И по его показаниям следует, что Новинский фактически занимался организацией удержания незаконного Драбинка и решения уволи. Не должно быть в нормальной стране, когда одного из иерархов церкви полгода удерживают непонятные люди при содействии тогдашней милиции и тогдашних высокопосадовцев. Касается вопроса непосредственного участия в незаконном воздействии на должностных лиц Московского патриархата с целью удержания его в кильватере российской политики.